Верховный суд Чувашии признал предприятие фармации единственным поставщиком медикаментов в республике. Напомню, что полномочия государственной организации прописаны в законе, который был принят в феврале. Но антимонопольная служба на протяжении многих месяцев оспаривала решение властей. Претензии УФАС признали необоснованными. И вот как прокомментировал решение суда министра здравоохранения Чувашии. 1 ноября Верховный суд Российской Федерации признал о том, что закон наш правомочен и недействителен. То есть сегодня мы уверенно говорим о том, что ФГУ «Фармация» является единственным поставщиком медицинских препаратов. Во-первых, этот закон принял для эффективного использования бюджетных средств, для централизации закупок. Чтобы всегда были запасы на базах ФГУ «Фармация», да, лекарственные препараты, когда покупает отдельно медицинское учреждение, то получается иногда у кого-то там не рассчитали в расчетах, можно чуть-чуть, скажем так, ошибиться. Здесь этот закон нам позволит, чтобы на базе государственного унитарного предприятия фармации всегда находились наличие лекарственных препаратов.